Привет, брат. Ну, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно. На мой взгляд, мужчины к вам остались чувства, мужчины к вам по-прежнему что-то испытывает, мужчина по-прежнему к вам что-то чувствует. Вот, и в общем и целом человек остался к вам неравнодушен. Вот, то есть, видимо, тот факт, что вы расстались, вот тот факт, что вы расстались, ну, для него мало что значит. Вот. Мало что значит от слова совсем. То есть, вполне возможно, что расставание было, ну, таким, знаете, вот, вымышленным, вот, такая история, ну, я так думаю. Мужчина создал семью, и это не означает совершенно, что он в своей семье счастлив, да? Вот, и человек просто, да, определенно не может вас забыть, это правда, вы для него по-прежнему что-то значите, вы для него по-прежнему представляете какую-то ценность, вот, и, собственно, существует множество пар, где люди, вот, расставаясь друг с другом, они помнят себя, не помнят, ну, друг друга, вот, и вот расставания забыть друг друга не могут. Вот связано это, как правило, с тем, что сама, вот, сами ссоры, да, сами конфликты, они, значит, ну, следствие определенных трудностей, они следствие определенных противоречий между людьми, но при этом не связаны с тем, что чувствует каждый человек, да, из вот пары, ну, друг другу, как бы. Вот. Это то, что, на мой взгляд, нужно понимать, это то, что, на мой взгляд, нужно учитывать. Вот, и, соответственно, это то, на что вам крайне желательно обратить внимание. Вот, ну и на свои чувства вам также имеет смысл обратить внимание, потому что если у вас ситуация с парнем как-то трогает, если вас ситуация с парнем как-то вызывает, то, наверное, имеет смысл ее разобрать, потому что вы, ну, как бы, вот, не живете дальше, вы находитесь в этом состоянии, вы находитесь в этой, вот, в такой, значит, как бы, ну, ловушка, да, вы находитесь в ловушке. И,
мне кажется, что, ну, для вас же самой было бы лучше, если бы вы эту ситуацию как-то бы, ну, разрешили бы сами для себя. Вот. То есть вопрос здесь нужно задавать примерно так, как это делает мой коллега, который говорит вам о том, собственно, почему вас это волнует, да, почему вас это беспокоит. А если у вас уже там своя семья, вот, то, ну, по идее, вас это волновать не должно, то, что мужчина там вам что-то предлагает, да, и что-то от вас хочет, вот, вас это волновать не должно. Но получается, что волнует. И вот, как бы, вопрос, да, он, наверное, в этом. Основной вопрос. Чем вас это волнует? Почему вас это волнует? Испытываете ли вы к человеку какие-то чувства? Если испытываете, то какие это чувства? Вот, если вы испытываете. Мне кажется, кажется, что в этом, вот именно в этом направлении вам имеет смысл двигаться. Вот. Мне так, по крайней мере, видится данная ситуация. Вот. Я, в общем и целом, не претендую на истину. Вот, но то, что вы описываете, выглядит вот примерно так. Не завершили, не отпустили отношения со своим мужчиной, вот. Должны были это сделать? Да нет, конечно, не должны были, вот, ну, вообще ничего не должны были, вот, но, тем не менее. Таким образом, если вы захотите ситуацию проработать, если вы захотите ситуацию поисследовать, то мы будем рады вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!